В Заволжском районе Твери продолжается реализация общественного проекта «Ямам нет». Его участники – политики, активисты и простые граждане. Они решают самые насущные проблемы областного центра. В первую очередь в плане благоустройства и дорожного ремонта. Уже давно проезжая часть во дворе этих многоэтажек на улице Артюхиной только огорчает местных жителей. От асфальта почти ничего не осталось, окрестное пространство требует благоустройства. Ситуация начала меняться к лучшему после того, как по инициативе Владимира Васильева, советника президента страны, а также общественного проекта «Ямам нет», здесь прошел субботник. Теперь настало время заняться дорогами. Нашлись организации, бесплатно предоставившие технику, специалистов и стройматериалы. Я очень благодарен Владимиру Абдуллиевичу за приглашение поучаствовать в этом мероприятии. Опыт работы есть. С удовольствием принимаем участие в этом мероприятии. Если совместными усилиями, можно сделать много хороших дел. К работам подключились и многие жители двора. Ведь надо было сначала подготовить проезжую часть. Затем настало дело дорожных рабочих. Насыпана крошка, сверху покрывается специальной эмульсией, и горячий асфальт, соответственно, завершит благоустройство двора, которое делают также безвозмездно волонтеры. И в этом, вы знаете, наверное, самая важная история в том, что вместе с жителями мы за счет внебюджетных средств благоустраиваем территорию. Таким образом удалось привести в неплохое состояние еще одно место на карте Заволжского района областного центра. В дальнейшем работы продолжатся. Многие видят и на улице Красина, и на Комсомольском проспекте, и на Шмидта уже начинаются работы. Все это должно вкупе дать такой совершенно уже более хороший вид нашего Заволжского района. При этом активисты проекта «Ямам нет» напоминают, что хороших результатов можно добиться только совместными усилиями не только политиков и общественников, но и жителей той территории, где надо навести порядок.